прогрессивной духе перемен, где было учение, но полное совсем. Принимали верой христиане власть над землей и небом, и радость власть. Бодрые улыбки, яркие глаза, а в карманах книжки, в книжках правда вся. Из Библии цитаты, факт неоспорим. Мы, дети Бога, все возьмем, захватим, победим. Учения хорошие и надо применять, живых и мертвых воскрешать и бесов изгонять. И вот после собрания, взбодрившись песнями, толпа вышла на улицу на благовестие. Метров сто шли весело, бабушек пугая, пальцем пьяницам грозя и провозглашая. Все исповедания правильные, сильные, ждали, вот посыплются им плоды обильные. Плоды евангелизации толпы новообращенных верующих. Вдруг навстречу черный крест, и в скорби похоронной слезы, стоны и оркестр, и толпа за гробом. Мать хоронит сына, молодой совсем. Он погиб в аварии, страшно больно всем. Взглянули благовестники на это море слез и моментально вспомнили, как поступал Христос. И развернули книжки победные свои. И лидер встал и возгласил: не лейте слезы вы. Христос нам дал победу, над смертью силу дал. Сейчас его мы именем изменим весь финал. И вся ваша трагедия после молитвы в миг станет просто праздником, и весь народ. Разбились на ячейки, за руки взялись, пару песен спели, верой напряглись. Прочитали хором 102-й псалом и налились духом, покойник пока не встает. Эх, помолились и Бога попросили, дьявола связали, прямо закрутили. Хором повелели, руки наложили, поблагодарили за ответ, покойник не встает. Захлопали в ладоши и затанцевали, все исповедания громко прокричали. Дунули по очереди в легкие покойника, даже ущипнули, а он лежит спокойненько. Лидер, нахмурившись, сказал: режь среди нас, потому и с неба видим мы отказ. Если нету веры или грех какой, выходи из круга и псалмов не пой. Вот один пошел, второй, третий с книжкой вышел, а четвертый говорит: я вот не дослышал. Разве ж не за все грехи умер наш Господь? Мы ж теперь не грешники, лидер рёк, выходь. Вот остались двое, лидер и помощник. Встали на коленки, помоги нам, Боже. Если нужно действие веры, мы готовы. Вынимай покойника, стань сейчас как новый. Вынули из гроба, тяжко донесли, вопили очень громко и смерть всю прокляли. По двору туда-сюда с покойником прошлись, но не хочет воскресать, хоть ты провались. Последний раз молитвенно лидер песню
спел о том, что победитель он, и силен он, и смел, что власть дана от Бога, верой ему. И на последнем слоге проронил слезу. Покойник в гробе не дышал и не улыбался, а вокруг тех христиан весь народ собрался, и как в первом веке бодрая толпа сильно пострадала, ну, наверное же, за Христа. Господь и сегодня воскрешает мертвых, исцеляет больных и творит другие великие чудеса, но делает Он это только по Своей воле, через верных, испытанных терпением и временем сосудов. Так что не беспокойтесь, Господь жив!